Сеть ресторанов гастрономической кухни «Саша's Bar» приглашает посетить наш сайт sashasbar.ru. В сильнейшей лиге собраны команды, многие из которых играют заметную роль в любительском баскетболе Санкт-Петербурга. И неудивительно, что именно эти команды задают тон. «Аэролайт», «Константа», «Огнезащита» и «Русфан». Эта четверка и разыграет между собой как титул победителя регулярного сезона, так и титул чемпиона лиги. В целом лидеры идут достаточно ровно. Небольшое преимущество в виде меньшего числа потерянных очков имеет «Русфан». Однако, как показал их последний очный поединок с «Константой», легкой жизни лидеру не будет до самого конца регулярки. «Огнезащита» пока имеет положительный баланс лишь в играх с «Аэролайтом», уступив в первом круге и «Константе», и «Русфану». Однако впереди еще по два очных поединка с прямыми конкурентами, и все еще можно исправить. «Аэролайт» вроде бы изначально позиционировался как новичок, которому будет весьма сложно отбирать очки у фаворитов. Однако пока этот новичок выступает достаточно успешно, сумев обыграть и «Константу», и «Русфан» в первом круге, что позволило команде возглавить турнирную таблицу, даже несмотря на сенсационное поражение от «Балбаскета». Думается, что в оставшихся четырех очных встречах грозе авторитетов придется очень непросто, но подопечные Никиты Зарукины наверняка приложат все силы для сохранения своего лидерского статуса. «Константа» пока выступает неровно. После удачной победы над «Русфан» последовало обидное поражение от «Аэролайта». Но и для «Константы» все впереди. Пять матчей с прямыми конкурентами расставят все по своим местам. Что же касается двух оставшихся участников «Саша's Bar» лиги «Балбаскет» и «Мегаполис», им пока сложно соперничать с грандами, особенно это касается «Мегаполиса», не одержавшего ни одной победы. В то время как «Балбаскет» еще как-то пытается оказать сопротивление, порой весьма успешно, как в случае с «Аэролайтом». Но тут главным фактором становится явка игроков на игры. Если фавориты в полном составе, борьбы пока не получается. Тем не менее, в целом игры в «Саша's Bar» лиге проходят на хорошем уровне. Борьбы достаточно, и победитель будет определен по всей вероятности лишь на самом финише.